Привет, зритель. Сначала я была такая вся вареная, думала, часов 7 завалюсь спать. Но нифига. Внезапно. Сколько у нас тут, блин? Вот уже, 21:37. Я поняла, что надо бы своять мясо, которое у меня уже трое суток как маринуется. С лишним уже трое суток. Но суть-то в чем? Я, короче, тут... У меня там гора посуды для слабонервных. Вот прям это... Для неслабонервных. И нет совершенно средства, которым можно помыть посуду. У меня закончилась великолепная штуковина, которую мне Лёля подарила. Она будет в пустых баночках. И я замутила, пока еще в сухом виде, на потрясти, перемешать, залить водичкой и помыть. Я, наверное, его уже обозревала, эту горчичку с содой, которую Маша моей подружке посоветовала, другая катая подружка. А тут я подумала, что можно туда добавить лимонной кислоты. Кстати, каждый день лимонная кислота. Горчичка тоже каждый день. А вот сода, просто сода. Вон та сода. Вон она. Ну и замутить как бы это. Может, я когда-то... Сейчас я высморчусь китайским платочком. Делала какую-нибудь хрень, сода и лимонная кислота, может, не делала. Знаешь, у меня какое-то там эко-средство есть, ролик, надо хоть его пересмотреть, я там в плейлисте «Химик Лёля», а то я иногда что-то ваяю, а потом думаю, фига себе, я это уже ваяла. Меня еще человек в комментах спрашивал, делала ли я такую штуку или нет. Ну, в смысле, там другую штуку, отвар, как делать отвар. В общем, я посмотрю, что у меня там есть в наличии из растений для сухой кожи лица. Вообще, сука, сухой кожей сделаю. Потом уже на штативе нормально, так все цивильно, на видеокамеру запишу этот отвар на следующей неделе. Завтра я планирую немножко другие дела поделать. Короче говоря, я вот взяла телефон, включила на камеру исключительно, чтобы показать вот эту штуку. Сейчас надо бы это чем-то прикрыть и потрясти. Снова это вот штука моя. Так, где тут? О, может глянуть. Что у меня тут, зритель? Как бы вряд ли эта крышечка придержит все, что можно, и одной рукой-то, конечно, трясти самое то. Я трясу одной рукой, у меня попутно еще вторая трясется, наверное. Не, у меня есть фигня, которая даже одевается на этот самый, но оно как-то так сильно прижимает этот чехольчик, что я хз, может, как-то на Huawei еще какие-то штуки есть специальные, чтобы вот так вот присобачить, поставить, прикрутить на штатив и снимать. Если кто знает, дайте знать в комменты. У меня там пока... Короче, у меня была симка бонусная, билайновская, к этому телефону. На ней там были сколько-то рупий. Вообще 300 рупий изначально. Я сейчас палочкой помешаю. Палочкой из-под к тайской, азиатской, корейской, короче, еды. И я сначала думала кому-нибудь сбагрить эту симку. Даже одной подружке предлагала. Она вроде как даже согласилась. Но так как она так и не дошла за почти полгода. Ну, короче, за целый месяц она до меня так и не дошла. И всячески придумывала отговорки, хотя бы забывала, что у нее хреновый интернет, и ей бы мой бы подошел. Короче, я решила сама заюзать. Я совершенно забыла, что у меня есть допотопный мегафоновский телефон, который... Смартфон, мегафоновский логин 2, который живет только с мегафоновской симкой. У меня сейчас там сидит мегафоновская симка. Я когда сегодня до магазина шастала, у меня ролик грузился частично с билайновской симки, частично с мегафоновской симки. В общем, у меня в Huawei сейчас две билайновские симки. Основная, которой Kiwi привязан. И вы можете, допустим, если вам нравится Магирека, задонатить нам с Хадзикуном на покупку томика манги этой Магирека. Он там в своей Японии ее закупит. Отсканит и будет всем счастье. Короче, а может не отсканит. Ну, короче, как бы так. Или, допустим, просто мне закинуть монетку и сказать: Лёля, спасибо тебе за твои дохрена крутые ролики. Без самого стёба. И второй номер, который я даже не особо в курсе, с которого вот я сейчас гружу совершенно сквозь стенку ролик, который я сегодня уже писала. В смысле, записала, даже думала, что осилю монтаж только завтра. Но осилила монтаж сегодня, к вечеру. Ну, и я решила купила какой-то там тариф на Билайне.
Там 30 гигов на месяц и решила укокошить из этой симки все. Вот сейчас у меня как раз эта симка, правда, там... Ну, в общем, 4G на смартфоне от Мегафон Логин 2 2014 года еще не ловилось, а там просто H+. И здесь такой же просто H+, на этом Билайне. Ну, иногда бывает 4G. Так что я сейчас, когда оно там загрузится, я вот это загружу. То я не знаю, как там одновременно, параллельно, с двух разных устройств. С хиленькой связи Билайна грузите ролики. Сейчас я сюда водички налью. В общем, я решила замутить вот эту штуку. Там кусок соды такой каменный прям. Я и так знала, что он там есть. Вот палочка, чувствую. Сейчас я сюда залью водички фильтрованной. Ну, можно и не фильтрованной, я думаю. Посмотрим, что у нас будет. По идее же, лимонная кислота в сочетании с содой должна давать как бы пену, потому что... Ой, что-то я до хрена налила. Даже сейчас закрыла камеру пальцем. Короче, вот, вроде как пена пошла. Я думаю, надо мне взять какую-нибудь тарелочку, емкость, вот это что ли хоть. И срочно, пока оно не полилось дальше, оно полилось дальше. А вот там подливать, подтирать, переложить, короче. Потому что когда-то я делала эти шипучую соль в шариках для ванны, и там в сочетании сода с лимонной кислотой как раз давала эту самую пенку. Ой, шипучку. О, смотрите, я воды-то совсем чуть-чуть полила, а оно-то как уже фигакнулось. В общем, сейчас буду мыть посудку. Надо только вот эту лужицу вытереть. И... Чё, зритель? Если хочешь, можешь мякнуть мне в комменты, я это, типа, как у меня процесс мытья пошел. Я, может, зафоткаю это в инсту скину. Или просто скажешь, спросишь, типа, Лёль, запиши еще уже только на камеру, чтобы лапа не тряслась, там на штатив поставь, все такое, чтобы это, типа, как это все выглядит. Может, я решу тоже экологичную штуку своять, совершенно дохрена бюджетную. Смотрите, как пена собирается, собирается. Оно даже на какую-то вкусную еду смахивает. Нет, я как бы сытая, все такое. Два раза сегодня ела. Вчера я поздно легла. Но раньше, чем запостилась записи ВКонтактике про Магирека Мангу. Но хорошо выспалась так. Правда, у меня нахрена еще немножко, чуть-чуть я еще простужена, потому что у меня нос все еще течет периодически. Я вон тут хожу. Охренеть, какая прикольная штука. Гигей. Целых 8 минут уже трындычу. Прикольно, да, зритель? Ты вообще какие-нибудь экологичные средства для мытья посуды юзаешь? Что там, сама палишь? Не, конечно, я сегодня была в пятерке, можно было бы это что-нибудь купить такое для мытья посуды. У меня даже деньги как бы есть. Но не то, чтобы жаба душила. Я даже как-то не подумала, что надо что-то купить для посуды. Я вообще из головы вылетела, что мне нечем посуду мыть. Но вообще, зритель, я буду рада, если ты мне подаришь штуковину от Faberlic. Она на 3 с лишним, практически на 4 месяца ее хватает, этих пол-литра. Очень хорошая штуковина. Ну, а если не подаришь, тоже ничего страшного. Ты, главное, зритель, когда что-то кому-то обещаешь, то делай. А если не обещаешь, то если не собираешься делать, то не обещай, потому что сам потом в такой луже окажется. В общем, прикольная такая пена. А, смотри-ка она, да сколько. Приличненько так. Офигеть. Ой, она еще и неровно стояла, потому и приличненько. Но все равно прикольно. Сейчас я ее буду мыть. Точнее, ей буду мыть. Я ожидала такого эффекта, но именно что уж совсем так конкретно, я что-то даже не была готова к этому, хоть и ожидала. Короче, покати, зритель. Ух ты, у меня тут этот. Во. О, тут можно включить. Вспышка всегда включена. Ну, это лампочка, которая фонариком горит, он на руке отображается.
Я только сейчас это заметила. Может, я и раньше это замечала, но забыла, но на данный момент я только сейчас заметила. Тут кусок пальца лезет в камеру. Спасибо, зрители, если я осилил до конца. Пока.